Как развивать внимательность? Когда происходит событие, относись к этому не как эмоциональное существо, а смотри, думай, для чего это произошло. Есть события, которые, ну, как сказать... Мимо тебя прошел человек, да? Событие, оно ничего не значит. Да? Ты идешь по лесу, у тебя перед ногами пала шишка. Никогда просто так она не упадет. Или прилетели птички, рядом с тобой сели на ветку. Они просто так не сядут. Либо в момент, когда ты выходишь из поворота, из-за и за облак, облак появляется Солнце и светит. Не просто так. Ты идешь по дороге, рядом с тобой останавливается машина, номер 444. Смотришь на часы 1444. Да? То есть не просто так. То есть, ну, есть много разных вещей. То есть нужно научиться трактовать еще правильно эти знаки. Для этого нужно изучать мир, нужно иметь какую-то систему знаний. Чтобы читать тот или иной знак, нужно понимать еще в каком направлении знак работает. Да? То есть опыт получаемого человека он уже есть на уровне осмысливания и на уровне интуиции. Что-то, что нельзя понять умом, можно интуитивно понять, например, почувствовать. Что-то нельзя почувствовать, можно, как говорится, посчитать да, или осмыслить. Лучше, когда есть какая-то система исчислений. То есть интуитивное тело есть у нас у всех, да, но просто то зачастую интуитивный опыт он не доводится до конца. Хор хорошо, когда каждый человек является последователем какой-то традиции, какой-то системы, с помощью которой он изучает мир. Пусть это будет даже психология, да, но психология есть духовно нравственные ценности, столбы, да, столпы какие-то, этих ценностей, опираясь на которых. То есть, когда есть какая-то система, легче их трак трактовать. Знаки бывают текущие, индивидуальные, групповые. Знаки бывают даются целому народу. Целый, вплоть до того, что целые цивилизации. Вплоть до этого. То есть, ну, потому что внутри цивилизации есть люди способны их прочитать, да, то есть и они, например, говорят о том, что цивилизация прошла вот какой-то путь развития, либо она развивается дальше, либо пойдет процесс деградации и какое-то знамение да, происходит, или какая-то ситуация природная. То есть люди часто трактуют это, ну вот там планета она изменяется, только если вы посчитаете определенные вещи, окажется, что это событие как-то не накладывается на все это что в, этих, в цикле личного жизненного цикле планеты она как-то немножко не диссонирует, она как будто вот извне пришла. А есть ли какой-нибудь как бы, сборник этих знаков или какое-нибудь пособие, кроме нумерологии и астрологии? Там, где, например, шишка упала, значит, там, к дождю это очень, к сожалению, это очень индивидуально. И один и тот же знак может для людей значить несколько разные вещи. Если, если, если ты, начинаешь хотя бы обращать на это внимание и думать, то есть у тебя есть ангел-хранитель, который в первую очередь дает тебе эти знаки. Ты только остановился, видишь знак какой-то, да, вот ты остановился, перестал заниматься собой, своими там ментальными перетрубациями, получил знак, говоришь, ангел-хранитель, так, знак какой-то, да, помоги мне понять, что это такое. Он даст тебе интуитивный импульс какой-то, да. Ты можешь попросить дать тебе второй уточняющий знак на том языке, который ты понимаешь. Потому что нам, на самом деле, знаков дает очень много, достаточно. То есть у много полномочий, но он не может напрямую влиять на события. Ты можешь попросить дать тебе второй знак, уточняющий. Да? Ты научишься там, по трем знакам получить ответ. То есть у него тоже есть возможность, он же не может материализоваться, говорит, у тебя картинка, так, Ваня, иди налево, раскопай ямку, посади желудь, да, вырастет дерево, да, которое поможет тебе стать счастливым, я фантазирую. Он этого не может. Он создает какие-то события на уровне стихий, там, стихий, например, каких-то, да, на уровне других людей, Это с другими ангелами, то есть через людей иногда это происходит. Но обычно через чистых людей даются знаки. А вот вытекающий из всего вышесказанного вопрос. А почему у ангела хранителя такие ограниченные полномочия? От уровня развития человека зависит то количество помощи, которое можно оказать. То есть у человека есть свобода, ему нужно, когда выйдешь на какой-то еще следующий уровень, там тебе будут информацию приносить ну, на табличках. На определенном уровне развития, когда у тебя включается херон, тебе будут приходить картинки во сне.